Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Итак, вы пишете, меня зовут Рита. Почему-то вы под именем Лера. На сайте зарегистрировались. Ну, ладно. Последнее время я почему-то слышу голос любимого человека внутри себя или чувствую, что он меня зовет. Говорит, что ему плохо сейчас, меня немного это пугает. Ну, тут какие-то у вас непережитые чувства, непережитые эмоции, связанные с молодым человеком, очевидно. Мы расстались недавно, периодически я слышу, что он говорит, не понимаю ничего, почему так хочу пойти к нему и спросить, зачем он меня зовет, так как слышу его просьбу прийти ко мне, но что-то останавливает. Я думаю, что это следствие вашего расставания, которое вы до конца не смогли пережить, вот, и, соответственно, сейчас, вот, в этом направлении, как бы, двигаетесь, то есть, таким образом вы замещаете. Вы замещаете через внутренний голос молодого человека, вы замещаете свою нехватку его, на мой взгляд. Вот. Как когда мне видится, по крайней мере. Вы замещаете нехватку. Вот. Нехватку его, ну, вам. Потому что травматично пережили или переживали расставание. Вот. Собственно, здесь нужна вам помощь в этом. Нужна помощь в переживании расставания, нужна помощь в том, чтобы разобраться в себе. Вот. И дальше, в принципе, дальше потихоньку двигаться вперед. Вот. Как это я вижу? С вашей вот стороны. В принципе, на этом все, я думаю, на этом можно закончить. Если у вас будет желание поработать, обращайтесь к любому из специалистов. Мы будем рады помочь вам. Я надеюсь, что ваша ситуация нормализуется. Надеюсь, что вы найдете то, что вам нужно. Надеюсь, что вы разберетесь в себе. Вот. И сможете жить дальше. Ну, на этом пока все. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что вы сможете решить свои проблемы.